Пляж Камари – это дикий пляж, который находится ровно в 2 или в 3 километрах езды по грунтовой дороге от перенасыщенного пляжа Дисими. Вот это когда приезжаешь в Дисими кемпинг, туда пляж, да, и вот направо, видите, туда пошла такая грунтовая дорога. И, да, чуть-чуть снял видео. Ну, на обыкновенной машине тяжело, но проехать можно. Есть участки хорошие, есть участки раздолбанные. Ну, минус единственный, по-моему, 2,5 километра ехать недалеко. Единственное, есть такие участки, что если кто-то едет навстречу, тяжело разминуться, особенно если какой-то буст там. Вот это единственный минус. Приходится кому-то назад сдавать и искать место, где можно нишу какую-то. Что бывает, дорога там в протяжении 100-200 метров узкая, и просто справа обрыв, слева гора, негде разминуться, скажем так. Но, тем не менее, ездят машины. Это сам пляж. Вот это вот какая-то оливковая роща с заборчиком обнесена, не знаю. И вот так вот вдоль этого забора, в принципе, люди свои машины оставляют. Ничего нету, но в этом, скажем, прелесть этого дикого пляжа. Вода, кстати, вода здесь прохладнее, чем в бухте Дисими. Иногда летом это даже спасительно. Прикол в чем, вот снял еще видео, извиняюсь за качество, я не пловец подводный. Когда начинаешь купаться, немножко в шоке, да, потому что вот от берега буквально там метров, наверное, 20, такая пологая полоса, видите, тут блух, вниз такой обрыв, и дна, честно говоря, я не видел, ну, вот такой вот пологий, да не пологий, крутой спуск туда куда-то, там такая глубина, то есть здесь вообще пролив, я так понял, пляж выходит на пролив между островом и материком, и здесь вот такой вот сам пролив, в принципе, глубокий, поэтому кто в очках, в маске плавает, так немножко жутковато, а так водичка чистая, ну, немножко еще видео и фотографии о пляже Камари.